Калядные сустрэчы. У ИУИ прошла спартланды молодых специалистов. Перадсвяточное спаборництво собрало несколько команд, которые представили сферы адукации, культуры, идеологичной работы и сельской господарки района. Нам очень понравились соревнования «Рождественские встречи» среди молодых специалистов, потому что мы получили заряд бодрости, энергии, адреналина. Особенно нам понравился музыкальный конкурс, потому что в этом мы сильны. Да. Мы смогли показать все, на что мы способны. Замечательно, очень интересно, весело. Ребята все активные, веселые. Никто, в принципе, без призов не остался. Мы уже участвуем не один год этой же командой, практически полным составом. Вот, второй год подряд побеждаем. Вот, конечно же, нужно уже подтягивать следующее молодое поколение, вот, потому что мы уже считаемся немолодыми специалистами, уже выходим из этого возраста. Згодно с программой, спартланды включила 10 испытов. По их выниках и были вызначены наймацнейшие. Все это наилепшим выступлением отзначилась команда «Дяды Морозы» отдела адукации Иуевского райвыканкама. На другой позиции – дружина мясцового аграрного предприемства. Третье место – за представниками молодых специалистов по идеологичной и культурной работе. По оценках организаторов, усим удельникам мероприемства удалось продемонстрировать свою активность, любовь до спорта и здорового ладу життя.